Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир. И мы едем на джипаре. Дело близится к своему логическому завершению. У последней черты называется глава. А, подожди, туда не надо было, что ли? А как? А, надо быстрее догонять его. Догоняем поезд. Давай, быстрее. А вот так не надо делать. Объезжаем все быстро. Надо как-то нам попасть на этот поезд. Давай, резче разгоняемся. Ну, куда плыть, хотел сказать. Куда ехать? А, вот еще кто нападать тут решил. Давай, Сэм, отстреливай их. Сейчас мы их собьем. Тихо, что так палят-то сильно? Пошел нафиг отсюда. Мое дело, главное, вести их правильно. Пусть они ведут обстрел. Так, аккуратно. Ай, врезались. Нельзя терять поезд из виду. О, черт. Ну, блин, потеряли его. Давай хотя бы отсюда начали. Сам-то справится? А тебе не плевать? Но у него били. Ты поняла, куда они поставили тот огромный ящик? У двигателя. Хорошо, тогда нам туда. Так, ладно, на поезд попали, это самое главное. Пробираемся за Надюхой вперед. Надюх, подожди меня. Как не забраться-то, а? А как ты хочешь тогда, чтобы мы ехали? Да, и правда опасно. Поползли. Аккуратно только. А чё, так нельзя, что ли? Ладно, залезь обратно наверх. Ну а как нам тогда здесь пройти? А если по краешку тут? Ага.
Вот и здесь можно пройти, отлично. Ой, зацепиться надо было. Вот так приключение. Хорошо, мы продвигаемся. Ну, ползи. А, надо сюда залезть. Что-то хлама столько много на этом поезде. Куда все везут? Вон, реально, все ненужное. Так, а сейчас куда вылезти-то? В окно попробуем? Вылезаем. О, видок классный. Едем на поезде. Вот Надюх, что? За мной. Мы не одни, парни Осава. Ну ничего, устроим сюрприз. Ща мы им устроим сюрпризик. На, получай. О, вот так можно. Да не, не так, погоди. Большой калибр. Приз получен. Что еще заберем? Вау. Хорошо, все получилось. Откуда он только взялся, я так и не понял. И снова в окно. А, не, не надо в окно. Мы можем наверх запрыгнуть. То как, надо зацепить. Вот, зацепилось все. О, здорово, чувак. И пока сразу тебе. Еще один. Есть. Да иди нафиг, где ты там? А, вон их много. Так, нафиг. Погоди, что-то больно попали. Кто еще там? А, нифига себе, он сзади тут стоит. Дай-ка я выйду. Да-да, я выйду отсюда. Надюх. Накидай ему. Офигевший, откуда он взялся вообще? Ну-ка, на тебе, наверх туда. О, сюда отскочил. Нет-нет-нет-нет-нет, так не надо действовать, аккуратно. Сейчас я к тебе приду. Такой спрятался, его видно там. Патрончики, отлично. А ты откуда тут залез? Вылезай обратно. Еще кто-то лупит. Вот так. И кто-то еще пытается лупить, стрелять. Где? Где? Где-то сбоку. Не пойму. А, вон он сзади. Надо расслабляться. Идем. Надо к локомотиву. Куда она назад-то побежала? Надюх, ты что делаешь-то? Нам вперед надо. Да иди ты нафиг. Во, поскакали дальше. Ну так не надо было делать совсем. Еще одна попытка. Идем. Надо к локомотиву. Вот сюда запрыгивай. Все отлично. А, вон они сбоку-то. Наверное, это и лупили они. Улетел. Так, R3. А, поближе можно прицелиться. На. Что там с патронами есть? Есть еще патроны. Да получи ты уже, а. Дурачок какой-то. Готов. Все, Надюх, пошли. Все нормально сейчас будет. Мы дойдем до начала поезда. Кто еще? Нужно прорываться. Да надо быстрее бежать просто и все. Конечно, я тебе про чё и говорю. На, чётенько, так, все готово. Еще патроны заберу. А, вот еще едет. Ну, перезаряжайся быстрее. Готов. Еще один по колесам ему. Перезарядить. Так, поезд длинный, нет, сколько там еще бежать? Цепляйся. А, сейчас бы в дерево не влететь.
Есть. А, подожди, он с крупным калибром фигарит по мне. Ну-ка, прыгаем. Надюк, давай, я за тобой. Ой-ой-ой, чуть не упала. Да дай пройти, что встала. А, здорово, братан. Ну и там еще один сидит. Так, ладно, все, с ним уже решили. Должен быть другой путь. Вон еще фигарит. Да какой другой путь-то? Если на тачку только прыгнуть. Одолжим внедорожник, а как? Ну пусть ближе подъедет. А, вот. Как прыгнуть-то? О, нет, не получилось. Так, надо как-то запрыгнуть. Нажмите крестик. Так, ну прыгаем, крестик. Вот, все, пока. Поехали. Нам надо быстрее, быстрее, газ давим сразу. Пошел нафиг. Где мы там ехали? Получается, вот эту цистерну мы не могли пройти, преодолеть, да? Теперь, вот, зацепиться можно, все. Поскакали дальше. Ну куда, только подожди. В окно. Или наверх. Ладно, пусть будет наверх. Да идите вы нафиг, а, дурачки. Что-то вас много слишком. Куда ему там стрельнуть? Так, есть контакт. Патронов, кстати, мало становится. Уже надо, наверное, пушечку поменять. Надюха, ты где сама-то? Да иди ты нафиг, дурачок. Фигаришь. На. Готовченко. А, можно наверх залезть. Побежали. Ну, поезд реально длинный. Надюха, мы все успеем, все сделаем. Так, здесь кто-то лупит. Да на уже. Опять тупик. Да как тупик-то? Где ты увидела тупик? Это разве тупик? Да, точно тупик. Давай тогда забираем джипарь у них опять. Иди сюда. Не, залезь обратно. Подожди, подожди, подожди. Подожди, как-то там. Как-то надо прыгнуть к ним. Есть. Газу сразу. Есть мысли, как попасть на тот грузовик. Давай, куда, куда, куда разошлась-то? Ты шутишь? А похоже? Тут еще пулемет фигарит. Вот, сейчас. Ого-го-го, как так потащилось-то все. Надо подтянуться маленько. Давай, 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 руками греби. А, вот он, чувачок-то этот. Все, пока. Доигрался. Можно на пулемете, кстати. Ай, граната! Тихо, как так получилось-то? Я, походу, сам себе кинул. Кто там еще есть? А, вот чуваки едут. Готов. Цистерну. Мы попробуем цистерну шарахнуть. Кто еще там? Не останови, сейчас все, остановим всех. Этот мощный. Тихо, 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 тихо. Вот это жестко было. Наша работа, а то чья же. Все, машина на последнем издыхании. Давай быстрее, запрыгиваем. Давай. Ну, получилось. Давай, надо быстрее к локомотиву туда пробираться. Давай, уже почти у головы поезда. Обменять пилень на бомбу, захватить поезд. Достав, наверное, это месяцами платить. О, да, уже близко. Всем приятней будет все ему испортить. Уже очень-очень близко. Кажется, так, а здесь что? Не идем. Давай-ка дверь откроем. Вместе. Ну, сильнее, сильнее. Давайте, девчонки, все у вас получится. Все. Держи, теперь я. Ого, больше, чем я думала. Ничего это себе. Армейская. Ну-ка, помоги. С ней надо аккуратно. Такие раз дернуть бы ее. Боже, не сдвинем. Сейчас сдвинем. А вон на кнопку нажми, нормально все будет тогда. Ладно, план Б. К локомотиву.
Надо поезд остановить всего лишь. Ты идешь? Давай помогу тебе. Давай, лезь. По очереди, теперь я. А вот и локомотив. Старый ржавый локомотивчик. Это локомотив. А как пролезть? Чё она не лезет-то? Не хочет. А, вот все, поползла. Давай. Локомотив. Так, вот здесь надо открыть. Ее приварили. Черт. Эй, на крышу. На крышу как? Как ты хочешь, чтобы я залезла на крышу? А, вот, можно тут. А кто там вообще не видно машиниста? Кто едет? Просто делай. Придется по кругу пролезть. Где машинист-то? Давай. Там никого нету, как так-то? Ну-ка, давай, залезаем. Пора бы уже притормозить этот поезд. Надюха, помогай, иди, где ты там? Тут тоже приварено. Надо по-другому. Ну, если у тебя есть идеи, слушаю. Стрелка! Что? Впереди! Там стрелка! Если переведем поезд на другой путь, выиграем время! Вот это неплохо! Вот черт. Ага, как ты это хочешь вообще сделать? Тебе не победить! Нужна машина! На тачку надо прыгнуть. Давай! Вау! Нужна машина. Все, поехали. Надюх, давай ко мне. Все, Надюха уехала, а я, в общем, на джипаре буду пробовать стрелку перевести. Давай сюда. Вау! Че-то как-то не туда улетели. Давай еще раз, значит, надо правее держаться. Надо примерно вот куда чуваки эти поворачивают, так же и ехать, не сворачивая. Вернее, точнее повернуть, а вот если бы не свернул, то все. Куда теперь-то? Ладно, вроде спускаемся, вон он на мотоциклетке на своей едет. Да, сейчас тебе крышка. О, еще один прилетел. Погоди, где-то вон в ту... Вот, вот здесь где-то стрелка должна быть. А как она вообще определила, что стрелка там увидела прям... А это кто, Сэм, что ли? Точно, Сэм взялся отсюда, откуда-то. Так, куда? Сэм, погоди меня, Сэм! Возьми меня с собой. О, блин, как долго я еду. Сейчас там уже Надюха приедет на поезде. Все, я вообще потерял их из виду. Не туда. Так, ладно, мы, наверное, сейчас начнем, где вот Сэм. А, вот, все четко. Выходим. Давай стрелку быстрее переводи. Сэм, ну, быстрее. Че, нужна помощь тебе, да? Давай, 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 стрелочку. Надо стрелку перевести. Давай, 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 дави. А то вон поезд уже идет. А, эти козлы приехали. Давай шарахнем им. Ну-ка, по баллону, а. Поезд приближается. Вот так, все чисто. Чисто, давай еще раз пробуем. Быстрее, он едет. Он едет, не успеваем. Давай, 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 чуть-чуть. Дави, дави, дави. Есть. Последний момент. Ох ты, нифига себе, как он повернул. Надо Надюху спасать. Догнать надо. Стоп, стоп. А надо ли... Она дама лихая. Сэм. Ну, я просто... Черт! Черт, еще одни приехали. Так, давай, нам надо на чем-то уехать за ней. Беги! Я ее задержу! Поэтому садимся и поехали. А что, Сэм здесь остался, да? А вот теперь правильная эта дорога. Тот раз я неправильно поехал, а теперь нормально. Как раз за поездом. Вот, нормально едем. Сейчас мы еще наверх заедем. Сверху прилетим на поезд. Но как мне на него попасть? Не вижу тут мостов. Или переездов. Блин, как попасть-то? Давай вот так, сюда.
Есть! Четенько, да, попали? Выходи, выходи, Хлоя, выходи. Неужели сработало? О, господи, можно? О, там моста нет. Куда? Сейчас тачка улетит. Давай резче цепляйся заверх. Заверх поезда. Вон, вот этот вагон, держи. Есть, сейчас улетит машина. Ах ты! Ах ты, очкарик, ты что делаешь? Откуда он тут взялся? Не было вообще, кстати, на поезде никого не было, тут поналезли. О, Mortal Kombat. Сейчас. Вид сбоку. Сейчас устроим. Я всегда считал себя человеком терпеливым. Но вы две шавки особой породы. Ты чё обзываешься? Мам, с удовольствием тебе врежу. Ну давай, покажу. Пошла, пошла возня. Так, аккуратно. А, надо увернуться. Ну, крепкий парень-то, а. Да что ты не увернулась? Второй раз не увернулась. Надюх, надо присануть его жестко. Че он на нас нарывается-то? Да как хоть раз-то попасть по нему? Ну че только уворачиваться что ли надо? Ну-ка, во! Все. И я ему еще чуть-чуть. Так, все, ладно. Все хорошо. Рискнете жизнью? Ради кого? Ради горстки черни? О, ты невыносим. В моих жилах течет кровь древних королей. Мой народ снова восстанет. Эй, ты что делаешь? На. А он опять нарвался на нас. Ох ты. Жесткий парень. Это моя земля. Вы-то что тут хотите получить? Мы просто хотим помешать тебе. Бомба? Да я просто куплю другую. Сожгу твой город, воровка. Твоя чернь будет молить о пощаде. Так, Надюху не трогай. Ай, Надюха. Кончим с этим. Блин, как так, Надюха-то там? Надеюсь, она зацепилась где-нибудь. Да иди ты нафиг. Не пожалеешь. На. Не подгадал момент. Больно. Тихо. Вот сейчас надо. Мой выход. Нет, опять он крепкий какой-то, а? Тихо. Сказано тебе не трогать меня. Да, блин, как больно-то было. Он не дает даже ничего сделать. Вот, пора. Тихо. Тихо, 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 что ты делаешь? Надо уметь вовремя признать поражение. Надюха лезет уже. Ваш час. Ой, блин. Теперь моя очередь тут. Надин, я сейчас. Вылезти, а вот это опасно, опасно, опасно. А как надо было вылезти-то? Я что-то не нажал? Ну-ка, наверх. А, надо быстрее, 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 вперед. Нет. Или снизу надо было? Погоди, пока не понимаю. А, снизу не... Вон там надо было. Здесь сверху получается первый столб, потом снизу. Так, наверх. Да лезу, лезу, лезу. Теперь вниз. Есть. Нет, 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 вниз. Следующий тоже вниз. Получается один посерединке там. Ладно, сейчас пройдем. Давай, полезли. Вот теперь вниз. Теперь снизу тоже опять. Теперь наверх. О, нет, не успеваем. Все, успели. Так, а теперь как? Как тут выжить? Надо быстрее ползти. Цепляйся. Есть. Сейчас. Устроим ему. На кнопочку нажми еще. Я умру тысячу раз, прежде чем вам уступить. Так он нажмет сейчас, наверное. А, черт! А ты не забыл про мост? Молчи и дерись! Закончим дело. Давай.
Мерзавка! Так. Мы все сейчас что-нибудь активируется. Испортили! Ритуал очищения был бы прекрасен! Почему вы просто не сдохли? Ой, больно было. Надюха молодец, с ним разговаривает там. Эй, паренек. Как-то надо осторожно возле этой штуки большой. Она прям упала на кнопочку. Рано радуетесь. Придут еще. Как тот юный король, вы ничего не добились. Ты совершенно прав. Прогресс всегда требует жертв. Фрейзер, нам пора. Да, как нам теперь свалить отсюда? Ты мерзавка! Бежим! Как, побежали? Да куда? Вниз. Вниз не надо. Мы уже прямо у самого моста, в общем, тут делов-то остается всего лишь куда-то зацепиться, я не знаю куда. Просто бежим. Вообще все падает. Падает. Ну куда и как? Мне кажется, уже давно бы все улетело. А, вот наш выход. Цепляйся. Надюха, за мной. Все вообще там внизу. Все вниз улетело. Жестко. Тебя не затруднит? Слезь с меня как-нибудь. Господи. О, Сэм. Забирайтесь уже. Женщина! Да это мышцы! Все так говорят! Давай! Спасибо! Слушайте, как вы оттуда выбрались? Честно говоря, я сама не поняла. А где Асаф? Взорвался с поездом. А, ну что, туда ему и дорога. Ну и все на этом получается. Вот это вид. Спасли город. Хлоя полежать, легла отдохнуть. Ага. И дело сделано. О, да. Ну... Куда теперь, Надин Росс? Вернешь компанию, выйдешь на рынок оружия? К черту компанию. Да ну. Ну да. Вообще-то я подумываю всерьез заняться поисками сокровищ. Никакая сволочь тут не ищет партнеров. Ну я... Не ты. Окей. О, извини, я работаю только с профи. Ага. Где бивень? А он не... А где бивень-то? Что, Сэм? Да шучу. Вот он. А вы... Ау! Алло! Больно же. Последняя сигарета. Какая красота. Да. А сколько, вы думаете, мы за него получим? Ну, Министерство культуры наверняка наградит нас. Ага. От всей души. Да, партнер? Давай. Да уж, ну вы юмористки. Министерство культуры. Боже, вы что, серьезно?